отработал все три раунда, ему было очень тяжело. Противник очень сильный попался, хороший. Скажем прямо, обыграл полос, проваливал, четко работал. Ответные удары. Данил пару раз попал там слева, справа, но это такое все было несущественно. Конечно, проиграл бой по очкам. В первом раунде нокдаун не стоящий попал. Ну такой, нокдаун не сильно был, но отсчитали все равно. Ну, опыта набрался по полной. Этим надо работать. А так молодец. Второе место на чемпионате Украины. Это тоже хорошо. Онлайн-курс от новичка до воина Муай-Тай за 60 дней. Стань бойцом под моим личным руководством, постепенно продвигаясь от полного нуля до бойца Муай-Тай. Ссылка в описании под видео.